Вообще, да, вот режиссер, я думал, там 300 человек участвует, я имею в виду вообще вот во всем ОП, он говорит, больше 500, если взять всю массовку, да. Ничего Там себе. только на стрелке участвовало человек 70, наверное. Ну, там у нас есть снимки, там и не все снялись, там машин много, там иномарок, там вот это оружие вот этого вот, ненастоящего. И, значит, если мы стоим там, смеемся, там шутим, тут, значит, режиссер говорит, так, все, давай, там, мотор, там, камера, там, начали, Все. да. Сразу Сразу пошло. все входят в образ там, ну, вот, мгновенно там перестраиваются, чтобы не смех. Конечно, были моменты, когда все настроились, а кто-то стоит, раз. Ну не может, да? То Да. есть там не профессиональные актеры снимались, Ну насколько да, я это понимаю, даже, да? То говорят, есть это у такая. профессионалов бывает. Вот я смотрю, профессионалов общался, да, и бывает такое, что раз, сбил кадр, опять переснимать. Тут и так дублей много режиссеров, он же там с разных ракурсов, там двумя камерами, да, делаем. Да. Тут опять нужно и настроиться, одеть на себя эту маску, опять-таки вжиться в роль, вжиться, не играть там. Вот там некоторые там мне пишут, там, что вот там эмоций никаких нет, там все там есть, эмоции там Очень, там очень даже есть, есть, я да. подтверждаю. Притом в полной серии, которую режиссер, надеюсь, выложит скоро, я даже не пойму, для чего он выложил вот эту неполную То версию, есть это не весь фильм, это вообще скажем не так. весь фильм. Когда мы отдавали его в кинотеатр большой, ну вот, они подумали, что прокат провалится. Да, надо сказать, что его показывали в Да, его кинотеатре, да, в кинотеатре. прокат был, значит, в 2017 году, с 6 по 12 апреля, неделю был. Ну вот, они думали, что прокат провалится, и сказали, хронометраж намного уменьшить. В итоге я не знаю, кто уменьшал хронометраж, но всю сюжетную линию просто изуродовали, избили. Ну вот. Сбили, но ну, несмотря даже на это, фильм зрителям понравился, зал был постоянно переполнен там. Ну, но есть же полная версия, которую режиссер вот обещал выложить через какое-то время. Но я лично считаю, что эту полную версию нужно выкладывать сразу. Потому что для чего этот огрызок от фильма выкладывать, да? Где сюжетная линия Ну сбита. да, он может просто, ну, человек не понравится, он уже полную смотреть Да, да, не да. будет, Там, скажем, что во-первых, это? сюжетная линия так сбита, что там много вообще непонятно. Почему? Ну да, очень такой монтаж рваный И достаточно, люди думают, что это да. недостаток фильма, это недостаток того, что в кинотеатре сказали просто обрезать его. Ну что ж, мы еще сейчас продолжим наш разговор, уже звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте, я в эфире, да? Да, конечно. Валера, здравствуй, это Инна Ковальская. Так, привет, Инна. А, я не слышу, да, я поняла, я ответов не слышу, задаю вопрос. Вот Валерий снимался у меня в клипе, в новом образе, сыграл стимпанк деда Терминатора, героя. Ничего себе. Вот, да, ну вот он сейчас с бородкой, это ему очень имидж понравился, и он решил оставить, не сдревать. Вот, по фильму ОПГ у меня вопрос, почему нету в фильме сцены с Аней Буря, как бы я знаю девочку эту, я, в принципе, ну, приятно вообще видеть в фильме знакомые лица, таких актеров, ну, многих знакомых. А вот почему-то Валера выкладывал эпизоды с Аней Бурей, которая была его девушкой, и получается, в фильме я этого не увидела, вчера смотрела. Ну вот об этом мы сейчас и говорим, как раз вот совпал наш разговор с вашим звонком, да, Валер? То есть о том, что обрезали и какие-то да, фрагменты. Получилось, ушло. Что значит в фильме у меня есть девушка. Но когда выхожу, все время знакомлюсь с девушкой, показывают знакомство там. Девушка. Этого совершенно это урезано в этой Этого версии. Вообще ничего нет. Этого нет, да. Актриса наша Анна Буря. Ну, вот, хорошая девушка такая там. Ну, вот. И все вот это там романтисты, все это показано. Так как фильм урезали, получилось, что у меня девушки нет. И когда в конце фильма. А я дочка, линию, которую тоже урезали, непонятно, что дочка, она говорит, передай папику, папикам отца не называют. Папикам называют. Да, да, да. Но да. Определенную категорию. Если бы да. до этого показали, что она дочка, там, ну там ценности, это понятно, что там просто не буду рассказывать. Да, 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 да. Не нужно, пусть она как бы с пренебрежением говорит там, что типа там отстань там от меня и сама взрослая, да. А тут получилось, что вроде как она, что ли, девушка. Я сам это смотрел. Ну да. Я бы не понял. Поэтому я считаю полную версию обязательно нужно размещать. Ну что ж, подождем. Ну, да. Подождем, Валерий. Я вот по поводу спорта хотел, да, все-таки вернуться. И в